Ленсвет осветит 300 детских и спортивных площадок. Руководство предприятия озвучило планы по реализации адресной инвестиционной программы на 2016 год. В этом году свет планируют сделать на 10 улицах и в 13 скверах, там, где раньше вообще не было освещения. Еще 9 скверов будет реконструировано. Что касается жилых кварталов, то в своей очереди ждут около 100. На этот год запланировано строительство освещения не менее чем в 10, реконструкция 4. На эти цели выделено 700 миллионов. Мы уже анализ такой провели. Задача района – просто выезжать, исследовать и искать просто пути. Где-то крюк вбить, где-то растяжку сделать, где-то светильник повесить. Желательно без земли, потому что это сразу же разрешение, проект и так далее. Работа по реализации программы была начата в прошлом году. Своими силами предприятие спроектировало освещение 260 площадок. Половина уже построена. Дополнительно около 300 объектов Ленсвет сделал за счет собственных средств. В этом году запланировано сдать еще столько же.